Вот, деточка, пришли. Дедуль, ну спрячь. Говорил же я тебе, не бери. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, пошли. Здравствуйте, любезнейшая. Так, ну вот это, Дашенька, руководители трех стран, победивших фашизм. Это Сталин, отец всех народов, американский президент Рузвельт, это Черчилль, глава Англии. Ну, Петра Первого ты, конечно, узнал. А это Горбачев Михаил Сергеевич, отец перестройки. Наш Борис Николаевич. А Ельцин не похож? Ну, почему? Потому что, дедульчик, в жизни он совсем седой, а здесь темный. И маленький. Ну, так... Ой, а это дядя почему с гитарой? Он же учит, как курицу жарит по телевизору. Да? Аркадий Райкин. А это Утесов, певец знаменитый, помнишь? Сердце, тебе не хочется покоя. Дедуль, а что это за старушка? Как тебе не стыдно, Дашенька? Какая это старушка? Это великая актриса Фаина Георгиевна Раневская. Запомни, старушка. А это тоже артист? Ну, это ты должна знать. Его голосом волк в «Ну, погоди» говорит. А, это Папанов. Ну, конечно, Анатолий Дмитриевич. Они еще вместе с Мироновым в «Бриллиантовой руке» играли. Помнишь? Помню. Ну вот. А что это за мальчик? Рядом с Андреем Мироновым стоит. Вова Копейкин. Хм. Голубушка, будьте любезны. Скажите, пожалуйста, а чем знаменит мальчик Вова Копейкин? Вова Копейкин? Да. Где он? Там, у Миронова. Стой, я тебе говорю! Стой, паршивец! И чтоб духу твоего здесь больше не было! Ну надо же, седьмой раз выгоняю!